Да-ду-да-ду-да, да-ду-да-плей, ду-да-плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру под названием Earn to Die. Переводится как «Заработай и умри». Так переводится игрушка, это с английского языка. Ну что ж, поехали. Вперед. У нас установлен здесь пулемет. И всего лишь 10 патронов, которые уходят очень-очень быстро. Так, здесь аккуратно. Вот я так и думал. Носиком задевает наш автомобильчик. Видишь, смотри, что творится. И начинает он дымить. Говорящий о том, что надо прокачивать тачку, именно защищать ее, иначе она вся взорвется и ей будет очень плохо. Не очень хорошо и будет машинки нашей. Ускоритель закончился, а мы едем дальше. Я не думаю, что мы доедем даже дальше, чем у нас контрольная точка стоит. Сейчас посмотрим. Если даже и проедем, то совсем немножко. Да, у нас сломался двигатель, что очень интересно. Обычно он кончается бензин. Тут кончился сломался двигатель. Денег у нас вроде бы там много, а с другой стороны мало. Давай сделаем броню, добавим. Вот так, хорошо. Теперь двигатель не должен ломаться, и все будет хорошо у нас. Проверим. Потому что у нас либо бензин, либо двигатель стал чудить. Оп, оп, видишь как? Тут надо аккуратно, смотри, видишь? Тут мы не вписываемся в поворот. Узкая щель сильно. Туннель узкий, поэтому тяжело проехать. Ух ты, ускоритель уже закончился, да ёлки-палки. Это мне напомнило, в тот раз мы играли, у нас постоянно заканчивался ускоритель. И вроде бы как все, мы ускоритель сделали много его, ускорителя, да? А в итоге, что мы получили? Мы получили то, что сейчас опять нужно прокачивать машинку. Все, бензин закончился. Да, прям в тютелю, там, где и были. Дали нам 3500, что мы можем прокачать? Ну, давай прокачаем бензин, топливный бак. Что ж, едем дальше. Это, в принципе, эффективно достаточно таки. Прокачивать топливный бак. Потому что бензина всегда не хватает в этой игре. Но мы будем зарабатывать много-много денег. И мы нашу машинку прокачаем. Она будет вообще классная, хорошая, быстрая. Давай. Так, я что-то забываю включать ускоритель. У нас же ускоритель есть. Его хоть и немножко, да, видишь, быстро заканчивается, но хотя немножко заношу. Здесь, в этом месте, мы обычно заканчиваем, а сейчас уже мы продолжаем. О, все, мы сделали, проехали немножко больше. Но двигатель наш, конечно, существенно... О, все, кончится бензин. Ну, чуть-чуть побольше у нас денежек теперь, да. И что прокачать? Давай прокачаем, знаешь что? Вот эту развесовку. Она будет нормально пробивать орду зомби. И вот эти многочисленные деревянные и какие-то, вроде бы как я считаю, каменные коробки. Либо металлические, не знаю. Так, навскидку, мне кажется, да, наверное, металл, просто металл, обшитый металлом. Коробки мы пробиваем замечательно, хорошо. И вот орду, вот это зомбаков мы их практически не чувствуем. Так, давай, ускоримся немножко. Во, нормально, давай. Ускоритель есть еще у нас? Хорошо, ускоритель уже у нас заканчивается. Опа, все, кончилось. В этом месте почему-то постоянно я ненарочно так делаю. Ну, заканчивается ускоритель. Броня наша отлетела, к сожалению. Ладно, зато сзади есть какая-то броня небольшая.
Вот-вот, давай-давай-давай-давай. Вот, хорошо, смотри. Вот здесь мы обычно останавливаемся. А мы едем дальше. Я все боюсь, что вот этот мост когда-нибудь он просто-напросто сломается. Мы упадем. Так, 4712. 4712. Давай сделаем. Ну что, ускоритель. Купим. О, отлично. Отлично, мы на все деньги купили ускоритель. Теперь будет весело, весело мне ездить, кататься. Это будет вообще классно. Конечно, ускоритель — это тема. Наше прохождение будет интереснее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нифига себе. Что-то я... Что-то я немножечко увлекся. Свалило, смотри, у нас защиту заднюю. Уничтожено. Только передняя, но это ненадолго. Как-то я пользуюсь ускорителем, что у меня он заканчивается. Все, его практически уже нет. И брони нет практически, смотри. Все, закончился ускоритель. Наша машинка стала беззащитной практически. К внешнему окружению. Зомбаки летят прям вообще бешеные. Мешают нам проехать. Двигатель нехорошо себя чувствует. А, подожди, а колеса мы прокачивали? Вот я хочу, я думаю, может колесики прокачать? Колесики. Все, бензин закончился. Прям вот в тику, в том месте, где и должен был закончиться. Да, колеса мы можем прокачать. 6200. Ладненько. Хорошо, пока не будем прокачивать. Едем дальше. Угу, зомбачки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чё с моей машинкой, перевернулись. Здесь аккуратно нужно. Аккуратненько. Опа, опа, смотри, мы проворонили взрывчатку. В принципе, с одной стороны это хорошо, потому что наша машинка же, она не вечная, она может уничтожиться. Да. Вот здесь заканчивается у нас постоянно бензин. Опа. Ну все равно, смотри, докуда тогда мы доехали. Опа, и сейчас должен бензин здесь закончиться, смотри. Да, да ё-моё, в этом же месте. Что-то мы делаем не так. А что же мы делаем не так, интересно? 7800. Давай прокачаем наши колеса. Во, нифига, смотри, какая машинка стала. Может быть, с такими колесами мы сможем проехать там, а? Сейчас посмотрим. День 58, нифига себе. Да, смотри, какие колески. Нам пофигу сейчас на все будет. О, давай, давай, сейчас ускоримся. О. Опа, нифига, нифига, ты видел? Ты видал? У нас даже еще патроны есть кое-какие. Вот это мы прокачали тачку нашу. Какие шины, а? Мне не жалко было 6 косарей отдать. Купить такие мощные покрышки. Видал, видал, видал? Да, прохождение лучше стало, мне кажется, автомобиля. Он стал лучше проходить. Опять этот ускоритель закончился. Да сколько его не покупай, его всегда мало. Да, смотри. Прям посмотрим сейчас, куда доедем. Смотри, а ну нет, хотя, в принципе, мы сюда и доезжали. Угу, давай-давай-давай, ускоряемся максимально. Во! Видишь, бензин, сейчас бензин закончится. Да, смотри, сюда мы не доезжали. Ну и закончился бензин, к сожалению. Что мы прокачиваем? У нас 5000, да, есть? Я бы прокачал движок. Вот. И что ж. Посмотрим, как проедем. Поехали. 59-й день. Фига себе. О, ускоряемся. Вот, фига, фига, фига. Подожди. Видишь? Смотри, я лечу как. О, нифига, аж все затормозить стало. Машинка, смотри, видишь, как на ускорение. Блин, ну мне понравилось вообще.
это, сразу ускоряться. Мы проезжаем, в принципе, много. Ну и машинки нашей не очень хорошо становятся. Машинки становятся не очень хорошо. Сколько у нас там бензина? Ай, ну тебе не переворачивайся, ё-моё, всё. Тачка наша А, нет, смотри, есть. Чуть-чуть-то осталось доехать, и машинка перевернулась, и не... Всё очень плохо было. Давай, ускоряемся. Да сколько ж тут... Да, трасса очень большая. Трасса это очень большая. И здесь сейчас будет бензин заканчиваться. И здесь сейчас закончится бензинчик. Да, чуть-чуть доехать не хватило нам бензинчика. Надо бензин увеличивать. Так что этим мы и займемся в следующем ролике. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, пишите комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч.